А теперь мы пробуем, что сделать. Устанавливаем одну ногу. А, нет, ну давайте сначала подойдем и просто покасану. Раз. В эту полубокасану, можно сказать так. Встали. И, сняв правую ногу, опустили ее назад, не изменяя положение тела. Смотрите. Сняли. Положили. Держим. Сняли. Положили. Отстроили собаку ноги вниз. Но осознанно не бросили, а сняли, положили. Снова подпрыгнули. Вышли в бакасану. Стоим. Теперь другую ногу сняли, положили. Держим. Сняли, положили. Ушли в собаку. Дышим. Вдох в стопы, выдох руки по телу. Вдох в стопы, выдох руки. Подняли голову. Левая нога на левую руку. Есть. Стоим. А теперь мы устанавливаем правую ногу на правую руку. Одним движением. Смотрите. Встали, поймали. Если просел и не успели, ногу ставите на подъем. Сразу. На пальчики. Не подтянуть ногу, а установить, да, на начальных этапах у вас может быть просев, но не опора на пальчики, а просто касание. Да, вот когда летишь, не оттягивай носочек, не натягивай, а оттягивай. Это будет как бы предохранительным фактором. Да, ну, да, предохранительным фактором, что если вы пролетели там, да, ну на крайняк вы обопретесь там у вас. Ну, сначала тяжело. Оп, есть, поставил, держит. Оп, отлично. То есть, смотри, если ты лучше сядь туда, ну, ты застабилизировал, чем бросить импульс вперед. О, и вы, и держишь. Хорошо. Подпрыгиваете, когда подпрыгиваете, оттягиваем носочек. Еще раз на другую ногу, смотрите. Встали. Поставили. Опа. Вам нужно вывеситься. Вот у вас структура должна быть как амортизатор у машины. Да, вот вы чувствуете. Раз, влетело, да, и не опустился ничего. Но на начальных этапах вы себе как бы такую подпорочку ставите. Что, если что, вы коснули, просто смотрите, вот еще раз, специально показываю, смотрите. Вот вы, опа, да, если, ну, не удержался, но тут вы вышли. Потом вот это касание, оно будет все меньше и меньше, но у вас в голове будет... как бы такой эффект способности отойти чуть-чуть назад. Да, у вас не будет страха, что вы там провалитесь. Ну, коснулись, да. А потом уже это все уйдет. Вы четко будете становиться прямо в ногу. Положи, хорошо положи. Комфортно положи. И теперь попробуй амортизировать. Руками, что тело работает. Не-не-не, ты не попробовала. Ты стоишь жестко. Есть в машине разболтанные амортизаторы, ну кто знает, да? А есть вот, они пружинистые, вы чувствуете. Раз, положил. Опа! Боишься. Дима, я показываю. На подъем. О, видишь?
Все, ты тут придержался, а потом ты не будешь это самое. Все отлично. Только чуть-чуть глубже локти туда. Попробовали, да? Угу. Все отлично. Good. Хорошо. О, первый раз и уже стоишь. Поймала. Ну, где-то энергетика прет тебе сейчас. И ставишь.